Затем проверяют состояние электрооборудования, исправность электропроводки и надежность контактов. Подтягивают крепежные болты стартера, устраняют загрязнение с аккумуляторных батарей, прочищают отверстия в вентиляционных пробках, замеряют уровень электролита и при необходимости добавляют дистиллированную воду. Проверяют уровень масла в редукторе и регуляторе пускового агрегата, в коробке передач и отделении конических шестерен, в бортовых редукторах и редукторе привода. При необходимости масло добавляется. Заправляют маслом подшипники натяжных колес, поддерживающих и опорных катков. Смазывают подшипники передней опоры двигателя, шкива привода и натяжного ролика ремня привода вентилятора, концевые подшипники полуосей и подшипники шаровых опор гидроцилиндров.
Является осевой люфт ротора. Техническое обслуживание бульдозера по потребности. Регулируется муфта сцепления основного двигателя. Свободный ход рычага механизма управления трактором. Проверяется натяжение гусениц. Если оно ниже допустимого, гусеницы следует подтянуть. Провис должен быть в пределах 7-15 мм. Также проверяется и регулируется натяжение приводного ремня генератора. И приводного ремня вентилятора основного двигателя. Удаляется нагар на свечах пускового агрегата, проверяется зазор между электродами. Снимается с двигателя магнета. Проверяются зазоры, магнета регулируется и смазывается. Фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива необходимо заменить новыми. Проверяется максимальное давление в гидросистеме. С двигателя снимается и промывается карбюратор. Сезонное техническое обслуживание.